По поручению главы Дагестана Сергея Меликова с привлечением группы журналистов из Москвы, состоящей из двух человек, проводится работа по созданию серии презентационных роликов о жизни и быте дагестанцев, проживающих в разных районах республики, интересных местах, достопримечательностях, культуре и обычаях региона. Отметим, что проект получил название «Самобытные районы Дагестана». Основная цель данного проекта – это показать туристическую привлекательность каждого из муниципалитетов республики. Так журналисты ознакомились с Каспийском, побывали на набережной, насладились красотами города, посетили некоторые заведения и отсняли несколько кадров для своего фильма с участием ансамбля «Арс», участники которого исполнили традиционную лезгинку на фоне моря. Стоит подчеркнуть, что Каспийск стал первым объектом, где журналисты решили провести съемку. В ближайшее время они отправятся в столицу нашей республики, а оттуда посетят горные районы и остальные достопримечательности Дагестана.